Нужно быть готовым к тому, чтобы даже если у вас что-то случилось, ну, что-то было успешно, и сейчас, может быть, не самое лучшее в этом смысле время, это не значит, что у вас все в прошлом. Вы можете, переосмыслив себя, найдя новые интересы, обнаружив новые возможности, начать новую жизнь, которая вполне возможно будет даже круче предыдущей. Поэтому сравниваем себя только с самими собой, но при этом не забываем, что даже если мы сейчас не так успешны, как были когда-то, вот, это не значит, что мы не можем найти для себя новые решения, новую жизнь, новую самореализацию. И это очень важно.